На еженедельном планерном совещании с участием заместителей главы районной администрации, руководителей управлений и ведомств были обсуждены основные вопросы социально-экономического развития района. Одним из первых был рассмотрен ход реализации программы социальной газификации домовладений. Отрадно, что многие сознательные граждане уже подали заявки на догазификацию, и число таких жителей растет. На сегодняшний день при плановом показателе 472, это вот последний корректированный был с добавлениями, как главы поселения тогда просили, отработали. Сейчас у нас 424 уже заявки поданы, что составляет 89,8%. У нас осталось, коллеги, грубо говоря, 49 человек, 49 домовладений до конца года. Ход строительства 9 объектов по программе комплексного развития села также был рассмотрен участниками совещания. Стоит отметить, что все объекты возводятся в соответствии с графиком и будут сданы в указанные сроки. Перед ответственными лицами были поставлены задачи по выполнению всех обязательств в рамках указанной программы. Отдельное внимание участников совещания было акцентировано на санитарном состоянии населенных пунктов района. Руководителям муниципалитетов было поручено в кратчайшие сроки обеспечить покос травы и сухой сорной растительности, а также устранить очаги произрастания амбрузии. Важно активизировать работу по уничтожению амбрузии повсеместно и на землях сельхозназначения, и вблизи социальных объектов. По остальным вопросам повестки дня также были приняты определенные решения и обозначены сроки их выполнения.